Памятная акция объединила анапчан всех поколений. И самых маленьких школьников, людей среднего возраста и почетных участников акции – ветеранов. Я хочу, уважаемые ветераны, сказать вам простое сыновнее спасибо. Спасибо за то, что вы дали возможность нам жить под мирным небом. За прошедший год, с момента 70-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, наша страна, наш любимый край, наш любимый город доказали, что у нас есть преемственность. У нас есть желание жить, трудиться и работать. Мы сохранили все те человеческие чувства, которые присущи русскому народу. Мы сделали главное. Мы чтим старшее поколение. Подтверждение тому – сохранение мелодии нашего гимна. Подтверждение тому – сохранение наших границ и возвращение в состав России исконно русских территорий. В праздничный день я хочу, уважаемые ветераны, а я обращаюсь сейчас только к вам, пожелать вам крепкого здоровья. Уважаемая молодежь, уважаемые анапчане, гости нашего города-курорта, я хочу пожелать всем нам, чтобы мы свято помнили те дни, те годы, о которых мы сегодня с благодарностью вспоминаем. На этом месте шли ожесточенные бои, и солдаты советской армии, не жалея себя, шли в бой и освобождали русскую землю. Сегодня мы отмечаем годовщину и праздник. Но память о тех жестоких годах никогда не покинет нас, поскольку это уже у нас в генах. И мы всегда с гордостью говорим, как бы там ни говорили историки, Берлин брал наш Георгий Жуков, и над Рейхстагом развивалось наше красное знамя. Минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и дали залп из винтовок в честь доблестных воинов. После церемонии к вечному огню возложили цветы и венки и ко всем знаковым местам воинской славы Анапы.